Сегодня буду расшивать платьице для маленькой куколки. Я уже пошила давненько. Вот они, детали, пуговки. Это тафта, шелк. Туфельки у меня уже есть, тоже хочу расшить. Вот приготовила уже жемчуг, тут искусственный будет. Может, пару штук настоящего сделаю. Бисер мелкий и такие вот пайетки, не пайетки, не знаю, как они называются. Вот куколки, сережки, любусенькие такие уже есть со сваровскими кристаллами. И вчера я сделала вот такую тиару. Настоящую жемчужину сюда поставила, сваровские кристаллы и бисер. Вот такой вот маленький ободочек, красивенький. Красотулечка такая будет у меня вот.